Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить домашний плов. Готовить его очень быстро и просто. Нам для этого понадобится цыпленок или часть цыпленка, как у меня. Здесь у меня два окорочка порезанных и два крылышка. Рис. Рис замачиваем заранее. Хотя бы часа на два. Также нам понадобится жаровня, в которую наливаем растительное масло. Наливаем миллилитров 50-60. Также понадобится нам морковь и лук. Я люблю, когда моркови много. Я взяла 3 крупных моркови и 1 луковицу. Лук режем на мелкие кусочки. Морковь режем на крупную соломку, чтобы она впоследствии не разварилась. Жаровню с маслом ставим на огонь и разогреваем. И уже в разогретое масло кладем кусочки курицы и обжариваем на сильном огне до золотистой корочки. Периодически переворачиваем. Уже обжаренное мясо добавляем лук и жарим, пока он не станет прозрачным. Лук помешиваем. И вот буквально за несколько минут лук уже готов. И можно добавлять морковь. Морковь периодически перемешиваем. Морковь обжарилась, и пора наливать воду. Воды наливаем, чтобы мясо покрылось полностью водой. Доводим до кипения, накрываем крышкой и оставляем минут на 20 тушиться. Во время тушения добавляем соль и перец по вкусу, лавровый лист. Некоторые добавляют зиру, я не люблю зиру, поэтому я не добавляю ничего. А вы делаете по-своему, как вам нравится, какие вам травки нравятся больше, такие добавляйте. Опять накрываем крышкой и еще минут 5 тушим. А затем пришла пора добавить рис. Добавляем рис, выравниваем и заливаем водой. Водой заливаем так, чтобы рис покрылся полностью и вода была выше на 1,5-2 сантиметра. Не больше. Можно, ну, на 1,5 достаточно будет, чтобы рис не переварился, не стал как размазня, как каша, а был отдельными рисинками. Протыкаем слегка ложкой до дна, чтобы жидкость попала вниз и не пригорела. Накрываем крышкой и оставляем томиться. Еще минут на 20. Плов наш закипел. Вода постепенно впитывается рисом. Добавляем чеснок. Несколько зубчиков чеснока. Провожаем их внутрь. Рис почти сварился, и я решила перемешать все. А затем накрываем крышкой и оставляем еще томиться минут на 5. И после этого я отключаю газ и накрываю жаровню несколькими полотенцами, чтобы рис полностью дошел. Вот такой вкусный, рассыпчатый плов у нас получился. И совсем несложно его готовить. Молодые хозяйки, не бойтесь ничего, готовьте, экспериментируйте. И все у вас получится. Мне такой плов очень нравится.
Он готовится быстрее, чем с говядиной или свининой. И вкусный одновременно. К плову можно подать что угодно, какие угодно соленья. У меня нашлись вяленые помидоры, которые я очень люблю. Рецепт оставлю под видео в описании. У меня есть на канале. Очень вкусно. Также у меня есть маринованные огурцы в томатной заливке. Тоже есть на канале. Оставлю ссылочку в описании. Посмотрите обязательно. Тоже мне очень нравится этот рецепт. Называются они пеньки, потому что огурчики совсем мелкие. Но в этой банке у меня попались такие средние огурчики, поэтому средние огурцы у меня здесь. А так вообще по рецепту они очень мелкие берутся. Приготовьте плов по моему рецепту. Всем приятного аппетита, всего доброго, до встречи. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, кто не подписался.